извините, конечно же. Сравнительно недавно учащиеся спортивной школы стали осваивать современное направление самбо. Дорогие друзья, вы можете видеть разницу с традиционными самбо в применении ударной техники руками, ногами, коленями, головой и с выполнением удушающих приемами. Молодцы, молодцы! Молодцы, молодцы! Ребят, спасибо большое, с праздником, ребята. Отделение боевого самбо ДЮСШ-10. А сейчас...